Вы все правильно поняли. Я еду снова в Кению. Билеты взял, визу открыл, и осталось уже очень мало времени, а у меня еще целый список дел. Купить камеру. Если вы знаете, раньше я снимал вот на эту манюню, Sony... Как она там? Sony HDR-AZ1. Но сейчас я решил обновиться и купил вот эту вот Sony EDR-X3000. Это как бы топовая экшн-камера Sony. Вот разница. Так что надеюсь, буду радовать вас новыми влогами на эту камеру. А старую я продаю, если что, может, я не видел в Инстаграме. Если вам интересно, если вы хотели начать снимать свой вложик, она отлично подходит, я продам ее дешево. Если вам интересно, пишите. Второе. Сходить к стоматологу. Третье. Почистить ноут. Купить хондропротекторы и мази. Поставить Жигу в гараж. Купить кроссовки. Купить спортивный инвентарь. Купить электронную книгу. Сдать анализ крови. Купить триммер. Вот, нормально. И купить еще одну вещь, о которой я уже мечтаю в последнее время. Да, не просто кайф. Просто лучший девайс за последние годы. Жаль, что это не реклама. Блин. Я его потерял. Может, кто не знает, это Apple AirPods. Да, я хотел их уже очень давно. У многих друзей видел, но все-таки как-то было жалко $160. Но я просто взял, зажмурился и купил. И ни капли не пожалел. И последнее дело в моем списке — это собрать чемодан. И вот что я взял с собой. Кроссовки, блокнот, роллер, шорты, футболки, еще шорты, кофта, та самая ветровка, носки, трусы, кепка, панамка, обычная одежда, еще обычная одежда, еще обычная одежда и еще обычная одежда, блендер, спортпит, ветровка, пульсометр, кубик Рубик, шиповки, влажные салфетки, средства гигиены, еще средства гигиены и мази, тарелка, мыло, швейцарский нож, дезодорант, резинка для волос, зарядки, пояс для телефона, пакет с какой-то фигней, влажные салфетки, теннисный мячик и мячик для гольфа, переходник на розетку, переноска, укулеле, полотенце, хондропротекторы, солнцезащитный крем, желейки Харибо, тапочки, штаны Greek Closes, кофта, лосины, триммер, еще кроссовки, коврик, камера, еще одна камера, пауэрбанк, наушники, ноутбук, документы, паспорт, кошелек и лайтинг. Собственно, это все. Теперь осталось только закрыть чемодан. Все, уже через несколько дней я уже должен буду быть в Кении. Так что подписывайтесь на канал, на мой инстаграм. Обещаю, будет много чего интересного. Не зря же я камеру покупал. Она очень крутая. Всем пока. Так, ну и последнее, это снять это видео. Есть.